Лиса и куница. Я в роли куницы, София вроде лисы. В роли лисы. Здорово! Здорово, сестрица куница! Как жизнь, как дела, как охота? Здорово, подруга лисица! Лягушку несу вот с болота. Добычи-то нет, настоящей. Давай заберемся в курятник, по парочке курицу тащим. Что может быть в жизни приятней? Ах, куры, я бы с радостью тоже мясца их поела в охотку. Но как же мы за реку сможем попасть? Мост найдем или лодку? Ну ладно, допустим, но все же от этого мало нам прока. Слыхала я, что огорожен курятник забором высоким. Делов-то. Вокруг мы порыщем, как следует, все разузнаем. И щель непримерно отыщем. А нет! Сами лаз прокопаем. Идея кума неплохая. Подкоп сделать можно. Да только боюсь я, что собака там злая. Собака? Ой, не страшно нисколечко. Ее мы легко одурачим. Собаки такие тупые. В старый, в сарай или в погреб упрячем. Я в этом проверю. Мастерица. Получится все. Побежали. Нет, я не пойду. Глупо это. А вдруг мы уже опоздали? И кур в том курятнике нету. Кому-то надежды и грезы, кому-то печаль да крупчина. Кто хочет достичь, ищет способ, а тот, кто не хочет, причину. Поздравляем вас с наступающим новым годом 2017. Мы хотим пожелать вам, чтобы вы ставили перед собой высокие вершины и не боялись их достигать. Всем удачи!